Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сестры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Скромная жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Экономика является важной частью жизни общества. Наиболее очевидная цель экономики – это направить людей на потребление, делая основной упор на их потребительских нуждах. Потребительская культура со всех сторон окружила людей. Чтобы избавиться от этой осады, необходимо возродить нравственные и религиозные ценности, которые мы имеем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предупреждал свою умму воздерживаться от чрезмерных желаний и мирских вещей. Он хотел, чтобы были оставлены амбиции и страсти, внушал верующим стремление к компромиссу. Сегодня все чаще приходится слышать о стремлении некоторой части общества к умеренности и простоте. Даже в западных странах скромная и простая жизнь превращается в один из предпочтительных образов жизни. Пророки всегда были примерами и носителями религиозных ценностей для тех народов, к которым они были посланы. Человечество, личность, семья и общество сегодня нуждаются в познании образа жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Своими словами, поведением и практикой посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, создал образ жизни, который доселе не существовал в человеческой истории. Если посмотреть на жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, до пророчества, то увидим, что его жизнь была естественной, скромной и умеренной. В этот период времени он, да благословит его Аллах и приветствует, не причислялся к выдающимся людям Мекки ни в сфере коммерции, ни в военном деле, ни в политике, ни в религии. Одной из его примечательных особенностей была надежность, честность и нравственность. Как и все пророки, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был человеком. Он родился, женился, имел детей, переживал невзгоды, радовался, испытывал страдания и гонения ради Аллаха и покинул этот мир в простоте. Он всегда осознавал, что является человеком и рабом, и после того, как стал пророком, продолжал скромную и умеренную жизнь и стремился воспитать образцовое поколение, неприверженное культу материальных ценностей. Если мы посмотрим на жизнь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то увидим, что он, будучи пророком, также был главой государства, главнокомандующим, судьей, учителем и главой семьи. Ему нравилось красиво одеваться и душиться ароматными благовониями, но при этом он не был обуреваем страстью к мирскому. Он не желал больше необходимого и был доволен тем, что у него есть. Но в тот период, когда он был в достатке и изобилии, он также продолжал жить скромно. Для формирования простой жизни важно вести активную социальную и экономическую жизнь, работать и зарабатывать, делать пожертвования. В этом вопросе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был примером. Помогал бедным, прилагая большие усилия, чтобы принести пользу другим. Его отношения и линия поведения в социальном измерении были примером человека, который старается приобретать блага скромностью. Одним из важнейших принципов его стиля жизни является уделение времени себе, семье и близкому окружению. Другой стороной его скромной жизни было уважение к обществу. Скромная жизнь пророка включает в себя понятие довольства миром и материальными благами в необходимой мере. Он выбрал образ жизни, далекий от роскоши и расточительства. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум.